Фотографии, которыми пестрят социальные сети и интернет, действительно выглядят, мягко говоря, забавно. Вот виртуальная страница продавца из Волгограда, а вот еще одна, но уже из Воронежской области. Подобные лосины можно заказать даже на сайте виртуального магазина eBay. $69 – цена, которая указана за такую красоту. Самое интересное, что эти изделия выдают за оренбургские пуховые лосины, дискредитируя тем самым официального производителя таких товаров. Нам, конечно, очень льстит, что сейчас фабрика оренбургских пуховых платков находится в топе в интернете, но в то же время нам очень обидно, что такие некрасивые, неэстетичные изделия выдаются под нашим именем. Вот лосины, которые предлагает оренбургская фабрика. Выглядят они вполне эстетично, сделаны из натуральной шерсти и носят название рейтузы. Впрочем, нам удалось отыскать вещицу, которая похожа на мохнатые сетевые леггинсы. Самой эпатажной шерстяной вещью, которая есть в магазине оренбургского пухового платка, можно назвать только вот эти носки. Кстати, они больше всего напоминают внешне то, что предлагает интернет-магазины. Это пуховые изделия, которые сделаны из пуха козы. Изделие производится артелью надомниц, которые, скажем так, производят это в Оренбургской области. Как покупатели относятся к такому дизайну, так скажем? Ну, покупателям очень нравится. Руководство фабрики настроено серьезно и планирует наказать владельцев контрафактного товара, которые порочат честное имя оренбургского пухового платка. Работаем по данному вопросу, то есть активно занимаемся тем, что преследуем контрафактную продукцию. Вот. Очень много уже заявлений было написано, очень много идет сейчас судебных процессов. Но, к сожалению, контрафактной продукции сейчас очень много, она по всей России, и нам в одиночку, конечно, не справиться. Причем от контрафактного товара люди страдают буквально физически. На адрес фабрики оренбургских платков приходят гневные письма о том, что пушистые лосины вызывают аллергические реакции и невыносимый зуд. К тому же такие рейтузы, по словам пользователей сети, линяют, и из них лезет пух. Такого с фирменным товаром просто не может быть. Ведь прежде чем присвоить изделию статус оренбургского пухового платка, областные вязальщицы приносят свои изделия на экспертизу, после чего получают специальный сертификат. Так что остерегайтесь подделок. Иван Бер, Вадим Доминов, «Наше время».